Смотрите, какой прикольный тракторок. Маленький такой, копает все. Еле-еле травки, тут как пишет, даже чем без газонокосилка. Интересно, сколько стоит. Что там написано? КК-71С. Просто ради интереса. Сколько стоит эта байда? Себе такое в личное пользование брать, конечно, это глупость, игрушка такая. А вот ради Колыма так интересно. Ну где только столько наколымить? Он катается, сейчас переедет. Раз переехал, все. Минимальные движения какие-то для того, чтобы управлять им. Парень сидит в футболочке. Он с мужиком разговаривает, который рядом стоит. То есть он вообще не гудит. Тынц-тынц. Что-то там выкапывает. Красота. И вот стоит. А, вот он на нем приехал. Ах ты как, вон, это надо для того, чтобы его перевозить. Еще и грузовик иметь. Вон куча разных навесных этих элементов. Ковши, бураямы. Ну да, полный спектр получается. Ну, чтобы он съехал, надо вот так вот было раскорячить машину. Бля, прикольная штука. Ну вообще. Хоть бери кредит, покупай, чисто чтобы был. Очень балдежная такая штучка. Прохожу мимо парка. Ну вот я бы туда, например, зашел. Там пошарохался. Сидят два местных, видимо, паренька на крайней лавке. И шпилятся по сети в какую-то игруху. Весело комментирую все это дело. Ну, то есть, как-то, не знаю, что они там. Во что нынче молодежь там мелкая такая играет. Но есть какие-то игры. Потому что Андрюха тоже на какую-то фигню подсел. Приеду, телефон заберу. Я ему свой предыдущий отдал такой. Что у меня было-то? Samsung Galaxy Note 3 Pro, что ли, что-то. Да, наверное, что-то такое было. Вообще не помню, что у меня было. Уже практически перед выходом, я уже стою одетый. Вот такие вот тут навесы хотел показать. Каждый раз сидя, созерцая вот это дело вот. Интересно, удобно, даже большие двери. Ну, просто на трех навесах стоят. Два сверху, тут недалеко друг от друга, например, вот так вот, на такой высоте. И все, держится. Тут даже вон Шурупов, не все, один только. И сам профиль двери у них такой. Вот он. Как показать разрез. То есть вот тут еще бортик такой. У него это она закрывается. Вот тут. То есть она... В принципе, перекрыты всем, чем надо. Нормально. Вот так вот. Ну, я уже одетый. Выхожу. Посидеть на дорожку. Чтоб все было хорошо. На тумбочку. Неважно. Тут вроде... Да где фокус все? О, фокус. Все забыл, ничего не взял. Все хорошо. Мусорку все забил. Ну все. Выходим. О, вот он я, кстати. Ну и все. Пошел я. Туда снимать бесполезно, там солнце. Вот. Нахожусь здесь. И мне... Пойду, наверное, на автовокзал. Блаблакар. Были раньше много. А сейчас только через часа полтора. Я, наверное, пешком дойду до автовокзала и там посмотрю, сколько стоит до Краснодара доехать. Поезд, о господи, этот, самолета у меня в 19 с небольшим. Илья не приехал еще. Не знаю, приедет, не приедет. Ну, что-то собирался, прям сильно собирался. Вот. Может, подъедет еще. Не знаю, сейчас ему позвоню. Пока попешкую.